партнеры спешат ему на помощь. Мамин между двух соперников проскочить не сумел. И тут же злой как черт Джефф Плетт выскочил откуда-то. И вот, пожалуйста. Давление ЦСКА приводит к тому, что из безобидной внешней атаки рождается очередное взятие ворот. Светлаков принимает поздравления партнеров. Вот в эту коллизию в концовке первого периода, когда остались армейцы против троих соперников. Сначала удалился Светлаков, затем Блажеевский. И вот они отметились заброшенными шайбами в третьем периоде. 3-3. И еще 7 минут 14 секунд остается сыграть командам. Вот так немножечко поплыли. Динамовцы под этим натиском потеряли позиции. И в конце концов Светлакова тут остановить не сумели.